Здравствуйте! Добро пожаловать в Риоху. Мы рады приветствовать вас на Бодегас Альтанса. Я Эрвихио Адан, директор по экспорту и член семьи владельцев завода. Все наши вина происходят из региона Риоха-Альта. Завод находится в местечке Фуэнмайор. В основном мы работаем с виноградом сорта Темпранилло, с наших собственных виноградников. Сорт Темпранилло хорошо зарекомендовал себя для производства выдержанных вин, как в регионе, так и во всей Испании. Вино Сьерра Мágica Резерва выдерживалось 18 месяцев в дубовой бочке. Вино хорошо пить сейчас, но вы можете смело пополнить этим вином свою домашнюю коллекцию. Это вино приятного чистого цвета. Очень типичная и гармоничная в аромате, с древесными тонами выдержки бочки, но и с чуть-чуть сохранившимся ароматом сорта Темпранилло. Вино Сьерра Мágica имеет очень богатый вкус и продолжительное послевкусие. Благодаря использованию для производства вина отборного винограда и выдержки в новых бочках из французского дуба. Это очень питкое вино, которое хочется пить больше и больше. Любое блюдо с этим вином покажется вам невероятным. Сегодня мы хотим представить вам типичное для Риохи сочетание вина с молочным ягненком, жареным на углях из виноградной лозы. Такая форма приготовления придала мясу ягненка легкий копченый оттенок. Это вино хорошо пьется, и вы можете наслаждаться его вкусом с вашими любимыми блюдами.